12 апреля в 12 часов дня 12 национальных объединений приняли участие в автопробеге «Дружба народов». Приурочили его к Дню космонавтики. Колонна автомобилей, украшенная национальными флагами, проехала через весь город к месту приземления Гагарина в селе Терновка. Участие в автопробеге приняла и наша съемочная группа. В автопробеге принимают участие более 20 автомобилей. Все они украшены национальными флагами и памятными наклейками с изображением первого космонавта Юрия Гагарина. Алжир, Эквадор, Сирия, Колумбия, Мексика, Индия. Флаги установлены, экипажи сформированы. Организованные колонны автомобилей едут по городским улицам. Первая остановка – набережная космонавтов. Здесь участники автопробега возлагают цветы. Студентка медицинского университета Стефания признается, о Юрии Гагарине слышала и не раз. На родине в Латинской Америке о первом космонавте знают все. Это первый космонавт, который был там, который был там в космосе, да, вот. И я очень рада. Здесь быть, потому что он из Саратова, я тоже знаю. И вот, когда я была в моей стране, весь мир знает о Юрии Гагарине. Вот. И рада, что там был его город. Конечная точка маршрута – село Терновка в Энгельском районе. Побывать на месте приземления Юрия Гагарина для международных студентов – давняя мечта, которая в день космонавтики стала реальностью. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.